привет! Друзья, всем привет! В данный момент я приехал в ЦАН, это детская деревня, Павлушки в гости. Да, Павлик? Да. Ну что, расскажи, как ты вообще здесь обосновался, нравится, не хорошо. Нравится? Все хорошо у тебя? Да. Ну, по дому скучаешь? Да. По мамке скучаешь? Да. Ну, я к маме сейчас съезжу, навещу ее обязательно. Хорошо. Привет от тебя передам. Угу. Да? Ну, а ты потом чай с тортиком попьешь, там девочка еще фрукты передаст тебе. Хорошо. Это, Павлик, ты что, расскажи, приезжал твой, получается, дядя? Да. Он тебя хочет забрать отсюда? Да. К себе, да? К себе, это отвезти домой меня. К нему или к маме? К маме. К маме? Да. А я думал, он тебя хочет как бы это на себя переоформить, нет? Нет? К маме. Соскучился по мамке? Ты давно здесь? Еще как. С 8 марта я там еще сколько-то дней дома был. Один день у соседей ночевал. И вот меня из-за школы привезли сюда. Из школы забрали, привезли сюда. Ну ладно, видишь, я тоже сразу, как узнал, что ты это в беде, сразу примчался к тебе. Да? Угу. Хорошо, будем это... Посмотрим за ситуацией, будем помогать по возможности. Сейчас надо выяснить, что там с мамкой, да, у тебя? Чё, как помочь туда-сюда. Угу. Че, еще можешь расскажешь что-нибудь? Да ничего такого нету. Чем ты здесь занимаешься? Воспитатель говорит, ты помогаешь им? Да. Чем? Посуду моешь? Нет. А что делаешь? Пол подметаем. Полы моем. Ну ты-то умеешь, помнишь же ты мне? Да. И футболки гладил, и яйца жарил. Ну ладно, смотрю, ты там не сильно расстроенный, да? Вроде все в порядке. Никто не обижает? Нет. Ну и хорошо, самое главное. Ну давай, Павлик, я теперь здесь. Сейчас посмотрим, чем можно будет помочь, как это все лучше сделать. Может быть, правда, к мамке лучше, да? Угу. Или как? К лучше маме. К маме? Ну хорошо, там будешь дома ей помогать, да? Угу. Чего, кого? Я сейчас езжу, посмотрю, в каком она состоянии, как у нее здоровье. Ну, а там будем решать. А помнишь, у тебя телефон был? Где он, кстати? Я тебе звонил. Он сломан. Ты мне звонил. А, он уже упал. Он. Сломанный? Не работает? Да, не работает. То есть ты без связи? Ну, тем не менее, я тебя все равно нашел. Даже если ты без связи. Ну, давай тогда всем большой привет, да? Передавай. Всем привет. Ну все, тогда я поехал дальше, и там будем на связи. Все, давай не скучай здесь, понял? Сюда надо вещи привозить. Какие вещи? Ты вот как есть, так и это? У тебя больше никаких вещей нет с собой? Нет. А ты как это, школа или учишься, не учишься? Пока не учишься? Не учусь пока. Здесь, да, в общем? Да. В общем, нужны тебе вещи? Да. Переодеться? Так, хорошо, что еще нужно? Да, зубная паста, да, щетка паста, есть? Щетка есть, а зубной пасты нету своей. Зубной пасты нет, у кого-то берешь? Да, там есть. Ага. Хорошо, будем думать. Ребята, вещи нужны, мыломоющие. В общем, будем решать. Ага. Угу. Друзья, ну погода сегодня отличная. Просто великолепная весна на дворе уже. Приехал к Олесе. Олеся живет в таком домике. Дверь пока закрыта. Сейчас подойдет человек, мне откроет ее. И мы поговорим с Олесей. Друзья, в общем, собрал вещи Павлушки. Поговорил с Олесей, ребят. Олеся не хочет говорить на камеру. Поэтому Олесе желаем выздоровления. Ну, на этом видео будем завершать. Вещи я передам Павлику в ближайшие дни.